открыть карманчик. Спасибо. Моя. Есть тейп? Вот это самое, рожки. Вот это самое мне подходит. Давайте просто улыбайтесь. Все уже, мне кажется, короче, много фоток. Считаешь? Да. Ты считаешь, это классная фотка? Ну, лучше, просто чем были тут снимать этого, вообще-то. Пусть снимают, правильно? А? Это Матч ТВ? А, извините, это что здесь происходит? Страшные люди, блин, а? Страшные. Давайте введем новую рубрику «Распаковка чек». Что мы имеем? Тапочки. Важная вещь. Это очень удобная расческа. Лин, ты уже пробовала? Проверим. По-моему, идеально, прекрасно. Просто посмотрите, цвет какой классный, новогодний, все здорово. Еще у нас есть такая маска. Ее очень удобно надевать на глаза. Вот так хоп, и все, и не видишь ничего. Реклама заплатить. Реклама уральских авиалиний, можете мне там написать в личку, в директ. Вот еще такие вкусные штучки. Вот мой партнер. Мы можем вместе дать вам рекламу. Распаковочка закончена. Блин, ну маска реально классная, вот так прям реально одеваешь, прям вообще ничего не видишь, правда? Прям вообще, ну, то есть, стоит брать. А у тебя есть ловит интернет? У меня, если честно, секретный код, когда-то не видно. Так это муша. Всегда к нему подключен, но я не говорю, что... А он не в курсе, да, походу? Ну, сейчас он не в курсе, у меня сим-карта просто, знаешь, такая международная. И он как-то мне раздал, но и теперь... Неплохо. Not bad, not bad. Это последний, да, который? Ну, он под айфон только выбрал. Сейчас, я достану книгу, чтобы я выглядела, как будто я умею читать. Подождите. Прикинь, вот глупый человек взял с собой шорты. А, вот так, да. Оп. На улице плюс 20, а я еще в штанах. Да, на в штанах ехать. Я вот думаю, что делать, Вась? Вась, приходи попозже, она сказала, что будет. Угу. Отличный контент будет. Какой? Автор. Не валишь. На, чак. Эль, ты мои наушники не собираешься отдавать? Нет. В смысле нет? Они тебе нужны? Ну просто в них звук хороший, типа. И... Thank you.
не ем конфеты. Я на диете. Забери их. Если честно, у меня еще ее шоколад. Это не мой. У меня тут чай. У меня тоже. Вот, две подушки добавились. Мы шли из Вишу, мы прибыли в Юнг. Он принял замеры компании «Уральские авиалинии» и вообще. Хорошего вечера, до новых встреч. Попит. Всех интернет ловит, у меня не ловит, блин. Так, теперь нам надо понять, куда, где двигать, и через сколько здесь внизу встречаемся, где мы. Мы далеко друг от друга. Give me, please, Pedro. 304. Are you? Oh. Алсу, в Дании в первый раз? Да. Слушай, а вы же, я так понимаю, прогулки никуда не ходите, в отеле.